Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 1116. Заполните пропуски в цепочке вычислений, если первое x равно 2,6. Ну, мы здесь изобразили две одинаковых цепочки вычислений. Одна будет для первого пункта, другая для второго пункта. Вот здесь сразу мы можем написать второе. И x равно 8. Ну, начинаем вычисление. Итак, x это 2,6. Значит, нам нужно вначале 2,6 умножить на 0,8. 6 в 8 – 48, 4 в уме, 2 на 8 – 16 и 4 – 20. Так, отделяем две цифры справа запятой, запишем результат в кружочке. 2,8. Теперь дальше. Из 2,8 нам нужно вычесть 0,19. 8 минус 9. 18 минус 9. Мы здесь берем единичку, размениваем, получаем 18 минус 9 – это 9. Здесь у нас 9. 9 минус 1 – 8. Вместо двойки у нас единичка, единичка минус 0, единичка. Запятую ставим под запятыми. Запишем 1,89. Теперь, если 1,89 больше 3, то тогда мы должны пойти по верхней ветви, а если меньше, то по нижней. Ну, конечно, 1,89 меньше 3. Ну, почему? Потому что число слева содержит в разряде единиц, это старший разряд для этого числа, единичку, а число справа в разряде единиц, это тоже старший разряд этого числа, содержит 3. 3, конечно, больше, чем 1, поэтому вот так. Значит, мы должны пойти по второй ветви, а это значит, что мы должны вот это число 1,89 теперь разделить на 0,9. Ну, перенесем запятую на одну цифру вправо, в делителе и в делимом, и делим 18 на 9 – 2. 18 минус 18 – это 0, но у нас еще есть цифра. Девятку мы сносим, девятка после запятой, поэтому в частном ставим запятую, продолжаем деление по одному. 9 минус 9 – 0, деление окончено, результат 2,1. И последнее действие к 2,1 мы должны добавить 1,1. 2, 3, запятая, и получили 3,2. Это наш ответ. Второе. Теперь мы должны те же самые действия сделать, только учитывая, что x это 8. Значит, мы должны 8 умножить на 0,8. Ну, давайте так. Давайте 0,8 умножим на 8. Ну, мы можем переставить множители местами. Просто так немножко удобнее записать. 8 и 8 – 64. Теперь мы должны отделить справа одну цифру. 6,4 получили. Теперь из 6,4 нам нужно вычесть 0,19. Уравняем по количеству цифр после запятой. 10 минус 9 – 1. 3 минус 1 – 2. 6 минус 0 – 6. 6,21. 6,21. Теперь 6,21 будет больше 3. Почему? Потому что число слева содержит в старшем разряде, в разряде единиц, шестерку, число справа содержит тройку, 6 больше 3, значит, мы должны пойти по верхней ветви. И дальше мы должны из этого числа 6,21 вычесть 0,45. 11 минус 5 – 6, 1 минус 4 – 11 минус 4 – 7. Здесь мы уже взяли единичку, 5 минус 0 – 5, 5,76. 5,76. Ну и последнее действие, 5,76, мы должны разделить на 0,9. Так, ну, запятую перенесли на одну цифру в делителе и в делимом. Теперь делим, 57 делим на 9. Так, по 6.
6 на 9 – 54. Так, троечка в остатке. Теперь сносим следующую цифру, шестерку. Она после запятой в делимом. Значит, мы в частном ставим запятую, продолжаем деление. Берем по 4. 4жды 9 – 36. 36 минус 36 – 0. Деление окончено. А наш результат 6,4 вносим в квадратик. И на этом действия наши заканчиваются. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.